Иван, хотим поздравить нашу подругу Корнелию. Корнелию Мангус, с днем рождения! Желаем Корнелечке жить вот в такой же красоте, которую она рисует. Посмотрите, пожалуйста. Просто в таких ярких красках, в таких летних днях побольше ей счастливых моментов. Чтобы она стала такой же великой, как Бейонсе, ее кумир, и чтобы она росла в гору, росла ее карьера, и чтобы она всегда оставалась такой же красивой. Чтобы она была самой-самой-самой счастливой девушкой на свете. Корнелия, мы всегда с тобой, группа Иньян. Корнелечка, никогда не останавливайся. Мы в тебя верим и всегда с тобой. С днем рождения! Здесь все весело, задорно, очень много знаменитых людей. И ну, таких вот потрясающих картин. Замечательных картин Корнели. В частности, что-то можем вспомнить мы, как она это рисовала, что-то уже не можем вспомнить. Но, тем не менее, самое главное, что вы увидели эту грань ее таланта, поняли, что она не только талантливая певица, но и что она замечательный художник. И дай ей Бог здоровья и счастья в ее день рождения. Корнелия, мы тебя любим, Корнелия! Вот творение искусства Корнели. Это было в «Звездном доме». Она попросила, смогу ли я сидеть 2 часа. И мне пришлось сидеть, не двигаясь, 2 часа перед телевизором. Вот, она мне включила кино. И я не шевелился, и она меня рисовала. Вот, я был очень рад. И она после показа подарит мне эту картину. Корнелечка, я хочу поздравить днем рождения. И сказать, что ты очень талантливый, добрый и совершенно удивительный и уникальный человек. Ты сказал, спасибо твоей маме за такую талантливейшую и замечательную дочь. Спасибо огромное. У нее сегодня новая прическа. Да, и платье новое. И розового цвета я на вас никогда не замечал, девушка. Да. Вы потрясающе выглядите, черт возьми. Спасибо, и сегодня день рождения. Правда, и сколько вам стукнуло? Не надо об этом, Марк. 12? Я угадал. Я так и знал. Pienso que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. С днем рождения! Happy birthday! Все вместе!